Некоторое время назад приобрел себе в гараж автономный подогреватель, заказывал на Алиэкспресс. У меня по данному обогревателю есть видео, где я его устанавливал, распаковочка. Ссылочки ниже оставлю под видео. После того, как установил, знакомый пришел ко мне в гараж, увидел автономный этот отопитель. Говорит, хочу себе такой же. Я говорю, покупаю вот именно вот такое, как у меня, в металлическом корпусе. Компании Евдик, они дают гарантию там на свою насосик, на свечку, утверждают, что долгое время будет ходить, не сломается. А он меня не послушал, он говорит, сколько стоит, я ему сказал цену, он говорит, дороговато. Я, говорит, найду подешевле, себе закажу. Я говорю, не стоит экономить, что сколько прослужит, неизвестно. Это, говорит, уже проверенный бренд, уже работает 4 месяца, все нормально. Но он все равно не послушал меня, купил другого производителя в пластмассовом корпусе, установил он ее, проработала она у него неделю, и он звонит мне, говорит, на нем загорелся индикатор, что неисправна свеча накала. Он говорит, что же мне делать? Я говорю, проверь свечу. Вот он ее вот так вот выдрал здесь провода со штекера, проверил, говорит, рабочая. Я говорю, ну привози, я буду смотреть. Привез он мне, взял я мультиметр, поставил на звуковую прозвонку, проверяю, свеча не работает. Он ее уже выкрутил. Вот так вот она выглядит. То есть за неделю работы свечка вышла из строя. Он говорит, как же быть, мне нужен подогреватель, мне он нужен сейчас, заказывать свечку долго ждать, что сделать? Я говорю, ну оставляй, я подумаю. Посмотрел на свечку, в городе у нас таких не купить. Заказывать опять же долго. Человеку нужен подогреватель срочно. Поискал у себя в гараже, нашел вот такую свечку дизельного автомобиля. Это свеча накала. Так вот она выглядит. Они есть разных конфигураций. У меня есть вот такая вот в наличии. Также есть они в магазине в продаже. Можно подобрать, похожую купить. Была у меня вот такая вот в наличии свеча. Резьба у нее не совпадает, и если закручивать в родную резьбу, то будет по длине она большая. А вот здесь вот место, здесь резьбы не было, это я уже нарезал, здесь было просто посадочное место. Я взял лерочку соответствующего размера, нарезал здесь резьбу, то есть у нас получилась такая вот свечечка. Сам стержень, который накаляется, он получился практически такой же длины. Когда вкручиваешь свечку, все получается практически одинаково, как с этой свечечкой. Только единственное, он чуть-чуть потолще свеча, но ничего страшного, она туда закручивается. То есть все делается вот так вот. Свечечка туда входит, закручивается. Но еще проблемка с чем связано, вот у данной свечки, у нее на корпусе нет минуса, у нее отдельно плюс, отдельно минус идет. Вот в этой свечке у нее минус берется с корпуса, плюс отдельно на стержне. Ну, решил испытать в таком состоянии, для того чтобы плюс с минусом на управление не перемкнул. Вот на этих контактах взял мультиметр, поставил на звуковую прозвонку. Здесь вот черный провод идет, вот он. Вот здесь вот фишки, черный провод идет, это минус. Смотрим, здесь нет, крайний минус. То есть с крайнего минус идет. Соответственно, взял с крайнего минус. Подкинул этот минус на корпус, плюсовой вот этот крайний, подкинул на центральный электрод свечи.
После этих манипуляций включил подогреватель. Подогреватель уже ошибку на свечу не выдает. Он ее уже разогревает. После того, как она нагрелась до определенной температуры, продувка произошла. После того, как она, вентилятор, соответственно, запустился, свеча прогрелась, управление запустило работу насоса. То есть подогреватель заработал. Единственное, еще не проверял его с дизельным топливом, потому что в квартире все это ремонтировал. Осталось подключить сейчас топливо и проверить, как она будет с этой свечой работать, как долго она с ней проработает. Ну, как временная замена вот этой свечи, пока она заказанная, пока она идет, можно поставить вот такую свечку от дизельного двигателя. Ну, соответственно, по вольтажу надо подобрать. Они есть на 24 вольта, есть на 12 вольт. Вот это вот на 12 вольт у меня. И обогреватель у меня, соответственно, на 12 вольт. Если вы покупали на 24 вольта подогреватель, то нужно будет брать свечу от грузового автомобиля на 24 вольта. И как временное решение, в принципе, ее можно поставить. И пока не придет свеча, пользоваться данной свечкой. Товарищу поставлю, отдам на испытание. Посмотрим, сколько вот эта свечка. Посмотрим, сколько эта свечка отработает по сравнению вот с этой вот. Если она с этой будет долго работать, то можно будет ее оставить. А когда придет заказанная свечка, ее положить в запас, пока это не сгорит. В общем, вот такой вот нашел выход. Замена свечки. Вот этой можно поставить от дизельного двигателя свечу накала. Так что отдаю товарищу, пускай испытывает, проверяет. На этом видео такое коротенькое завершено. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.